Эй, ребятки, всем привет! Я бабушка Шошо, и сегодня я покажу вам кое-что интересное. Во-первых, в игре двери больше 2 миллиардов посещений, представляете? Поэтому разработчики дарят нам код. Вот такой вот код вы можете записать, вот здесь его ввести, и вы получите одно возрождение, 100 монет и один буст. Неплохо, правда? А еще я решила сегодня купить за робоксы гоблина, вот этого за 100 робоксов. Покупаю. Мне просто стало интересно, поможет ли он мне пройти все 100 дверей или нет? Может быть, призраки будут его бояться? Ну а когда мы покупаем его, нам дарят плюс 200 монет и плюс одно возрождение. Неплохо. Итак, ребята, вот он мой гоблин, смотрите. На плече сидит. Неожиданно, я думала, он будет летать возле меня. Ну ладно, пусть сидит на плече, мне так будет даже спокойнее. Итак, 10-я попытка пройти двери. Начинается! Ой, ребята, ну хоть бы в этот раз все получилось! Для начала я решила потратить деньги. Я купила витамины, отмычку и фонарик. Все как обычно. Поднимаемся в лифте и... У меня вот такая компания, 3 парня. В очень интересных костюмчиках. Тыры-тыры-тыры, берем ключик. Открываем. И погнали! А, кстати, нас сейчас не 4. Нас сейчас 5. Мы забыли же, что у меня на плече гоблин. От него же тоже должен быть какой-то толк. Я жду от него помощь. Что это за пс? Для пс еще рано. Итак, ребята, вот мы уже в этом опасном коридорчике. Сейчас у нас будет пробежечка. 1, 2, 3. Черный человек, приди. Вот он, Сик. Появляется. И на старт, внимание. Марш! Почему мальчик не бежал? Бегом. Спасайся, кто может. Так. Дальше, где дверь? Сколько раз я уже проходила это место, но каждый раз волнуюсь. Витаминки ускоряют меня. Так, еще не все. Бегом. И еще коридор. Страшный красный коридор. Бегом. И все. Ну-ка. Так, один есть. Один спасенный есть. И, ребята, мы потеряли 2 участников. Это печально. Но я рада, что я в этот раз осталась не одна. Со мной есть 1 товарищ. И это уже приятненько. Ура. У меня даже как-то настроение поднялось. А то я думала, опять сейчас одна останусь. Но нет. Проверяем ящички. Собираем денежки. Кстати, напишите в комментариях, вы покупали уже кого-нибудь? Гоблина или что-нибудь другое? И если покупали, то какой плюс был от этой покупки? Так, мы тут все осматриваем. Тук-тук-тук. Я ваш друг. Проходим, открываем. Рубильничек включаем. Мы тут уже как у себя дома. Уже все знаем. Правильно, столько раз играть в эти двери. Я очень поражена, что в этой игре уже 2 миллиарда посетителей. Ну, конечно, это не значит, что 2 миллиарда людей в нее поиграли. Например, я поиграла в нее уже, наверное, раз 15. Так вот, если каждый поиграл 15 раз, то где-то 130 миллионов человек уже было в этой игре. Это много. А, ребята, прячемся! Фух, успела. Честно говоря, я как-то поздно. Поздно начала прятаться, думала, что меня заденет. Так, давайте включим зажигалочку или пока не будем тратить, потому что я вижу, куда идти. Просто эти зажигалки достаточно быстро заканчиваются. Так, это кто у нас тут? Ой, человек, тебе плохо? Что с тобой? Смотрите, зажигалка лежит. Но он дальше не продолжает игру. Странно. Я первый раз такое встречаю. Потому что если тебе уж совсем плохо, ты должен как-то вылететь из игры. Ну, чтобы вот так возле стеночки стоять. Ой-ой-ой. Я пособирала деньги. Проверила все ящики. Так, все, вроде бы. Других ящиков нет. Смотрите, время 10 часов 10 минут. И, кстати, я прошла уже библиотеку, не стала вам это показывать, потому что все одно и то же. Мы с вами сегодня должны узнать, пройду я 100 дверей с гоблином или миссия опять будет невыполнима. Опять у нас тут фигура рядом, поэтому лучше посидим. Он слушает мое сердце. Раз, два. Ой, ребята, я волнуюсь. Так. Уходи, фигура. Контролирую. Все, уходит. Фух. Выдыхаем.
Немножко подождем и... И выбегаем. Все, путь открыт. Еще посмотрю внимательно, вроде бы фигуры нет. Так, ввожу код. И бегом из этой библиотеки. Я, честно говоря, вообще не люблю проходить эту библиотеку, потому что постоянно застреваешь тут надолго. Монеточки. Так, и мы попали в комнату вот этих вот товарищей. Смотрите, ребята, что происходит? Почему так? А где крест? Так, чаевые кладу. Ничего не поняла, куда делся крест? Я не могу купить крест. Смотрите, его нет. Это что за мистика такая? Так, где крест? Эй, ну-ка признавайтесь, куда дели крест? Ребята, что происходит? Ну-ка, куда дели крест? Он говорит, ой, я вижу маленького себя на твоем плече. Кстати, да, у меня же на плече гоблин, которого мы купили за 100 робоксов. Но что-то он мне особо никак не помогает. Так для красоты сидит, ребята, ну где крест? Если вы что-то знаете об этом, напишите в комментариях. Почему нет креста? Ключ есть, зажигалка есть, отмычки есть, витаминки есть. Вот тут лежал крест раньше. Что это такое? Постоянно что-то происходит. Что-то неожиданное. Вот ты думаешь, будет вот так, а получается совсем по-другому. Да. Ладно, идем дальше. Посмотрим, что нас будет ждать. Вот тут. Выпиваю витаминку, потому что сейчас придется быстро-быстро бежать. Или нет? Так, давайте проверим ящички. О, монетки! Кстати, по-моему, когда у вас на плече сидит гоблин, то у вас двойные монеты начисляются. А мы с вами в коридоре Халта. Смотрите, ребята, каждый раз мы должны были менять направление, но у меня не получилось. Как обидно. Кстати, это была 83-я дверь. Еще чуть-чуть оставалось. Но есть хорошая новость. У меня осталось возрождение, поэтому мы вернемся. От нас не так просто отделаться. Так, свет, зажигалочка заканчивается. Так, денежки. Тут особо надо искать денежки, потому что, видите, денег приходит в два раза больше. И можно очень прилично накопить. Так, ну-ка, ничего. А тут тоже ничего. Письмо. Письмо нам не надо. Нам нужны деньги. Так, дверь 84. Тут у нас такой коридорчик с перекресточком. Тут заколоченная дверь. Так. Очень похоже на коридор. Помните, в последний раз я играла, и вот именно в таком же коридоре стояла тумбочка, на которой мы потом должны были собрать крест. Дверь номер 89. Друзья, совсем чуть-чуть осталось. Держите кулачки за меня, пожалуйста. Хочу пройти все 100 дверей. Ну, пожалуйста. Так, идем. Ой, как я волнуюсь. Кстати, ребята, как вы заметили, я продолжаю игру одна. Мой напарник, который остался со мной после побега от Сика, почему-то там приуныл возле стены. Что-то с ним там случилось. Идем, 91-я дверь. Так, это псы, где ты? 92-я. Ту-ту-ту, что это? Опять это псы. 93-я. Меня укусил, смотрите, какие зубы. Ух, ребята, меня укусил Раш. Ну все. Вот был бы у меня крест, может быть, по-другому все сложилось. Но креста в этот раз мне не досталось почему-то. Может быть, когда у вас гоблин на плече, вам не дают крест? Если вы что-то об этом знаете, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях. У меня, конечно, есть еще одно возрождение, но я так напугана, что надо сделать перерыв. Итак, мой результат сегодня 94. Дверцы я открыла. Эх, совсем чуть-чуть оставалось до 100. Но эти 100 дверей никак мне не поддаются. Что делать, ребята? Напишите ваши рекомендации в комментариях. Я все прочитаю и, возможно, в следующий раз у меня наконец-то получится. Спасибо всем, кто поддерживает бабушку Шошо и ставит жирненькие лайки. Люблю вас очень. А еще подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео.